вот это вот анапское безумие Оксаны. Вот. А креветочки вот такой, гляньте, и рабанчики. Ой, да красота-то какая. Ой, не видать попробовать что-нибудь. Рабан жарит. А что понежнее? По вкусу? Ну, креветочка вообще отварная с лимоном. Нет, потом... креветки я сама не Я вам мидию дам попробовать. Можно я на салфеточку? Мидия такая пряненькая, нежная в маринадике. Вот можно таких попробовали? Морские каракатицы. Мне они очень нравятся. Попробуйте. Это же баловство какое-то. Мидия Мы пенсионеры, вкусная. Ты что вот забыла? Рапанку я вам дам попробовать. Нет, он жесткий. Нет, рапан. Он хороший. Не может быть. Серьезно. Бывает жестче, правда. Вот я вам обжаренный даю два кусочка и мужчине вам. Будьте добры. Ну, пробуем. Жестче бывает, правда. Брали, был жесткий. Ну, сами делали, тоже согласна. Жесткий получился. А вот это я вам обжаренный дала, и если я вам еще просто дам маринованненького, прям по капелечке, как говорится, на один зубочек, попробуйте. Это маринованный рабан, тоже очень вкусный. А это каракатица называется? Да, морские каракатицы. Она же страшная. Я не буду смотреть. Очень симпатичненькая, беленькая, аккуратненькие, красивые щупальчики. Она хороша. Вот такая девушка. Мы никогда не можем пройти мимо нее на центральном рынке. По две штучки что-нибудь разненького. Прям по парочке. Можно и так? Можно сделать. Немножко, да? Да. Что? Вот не парочку. Ну вот, смотрите, моя хорошая, вот так. Пойдет? Каракатиц тоже не надо. А не вот надо. Этих? Креветочек? Или рапан вам понравился? Жареный рапан мне понравился. Давайте его прям сюда же, да? Давайте. Сколько его сделать? Да так же, чуть-чуть. Чуть-чуть. Штучек 6 я положу, хорошо? Это просто какая-то королева маркетинга. Смотрите, а ты... Для твоих вас... А ты остановиться не можешь. Мы уже же купили курицу для двоих. А теперь переходим, ну, получается... Ну, курицу вы взяли вкусных овощей, ну. Да? А к чему были морепродукты? А это вы потом, когда курочка будет съедена, а бокальчики венца еще останется. О, это правильно. 530 рублей все вместе. Вот, и карточкой можно рассчитаться. Карты можно, да. В редких местах здесь принимают? Вот здесь принимают, да. И здесь мы приходим уже 4 года. И никогда еще не пожалели. И я вам... Сейчас передам, моя дорогая, пожалуйста.